пидорастия в искусстве. Так почему Иру пидорастам 10 лет, а этим орден должен быть? Почему? В этом городе герои, Ленинграде, Ленинграде. Из окна летят помои, и бомжи в парадке гадят. А еще мы стадиона года ждем уже 4. Говорят, что виноваты голубые. Из-за них не доедаем, из-за них болеют дети. Мало Пушкина читаем, как написано в газете. Но защитник благородный есть на страже у морали. Победит кого угодно Виталий. Милонов борется с геями, борется с геями. Милонов борется с геями, борется. Милонов борется с геями, борется с геями. Милонов борется с геями, борется. Было очень неспокойно на концерте у Мадонны. Говорят, что садомиты прорвались через кордоны и плясали оголенно, не скрывая гениталий. А хорошо, что в Ленинграде есть Виталий. Очень трудно нам, ребята, тяжело, друзья, живется. Даже в школьном амфитеатре про мужицкий секс поется. Даже радуга на небе намекает на плохое, а из-за ней еще и небо голубое. Милонов борется с геями, борется с геями. Милонов борется с геями, борется. Милонов борется с геями, борется с геями. Милонов. Не парься с мужиком, не обнимайся, Моисеева не слушай, позабудь про революшн. Ты живи себе, не парься с мужиком, не обнимайся, Моисеева не слушай, позабудь про революшн. Милонов борется с геями, борется с геями. Милонов борется с геями, борется. Милонов борется с геями, борется с геями. Милонов. С геями бороться и снег убирать.